Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечается в 3 воскресенье ноября, священнослужители совершили заупокойную литию. В округе ее проводят на территории Люберецкого отдела ГИБДД, где 5 лет назад установили мемориальный знак и высадили аллею. Заупокойную молитву совершил настоятель Троицкого храма поселка Октябрьский протоиерей Андрей Михайлов. Память погибших в ДТП почтили минутой молчания и зажгли свечи. Только с начала этого года на подмосковных дорогах погибли 500 человек. Статистика имеет положительную тенденцию, но ситуация на дорогах Московской области остается сложной. Основной причиной ДТП является низкая дисциплина и общая невнимательность как водителей, так и пешеходов. И именно поэтому строгое соблюдение правил дорожного движения, взаимное уважение на дороге является залогом безопасности дорожного движения. И это поможет снизить страшные цифры статистики на дорогах Московской области.